И очень щедрые предложения от арабских шейхов, которые готовы напечатать хоть миллиарды долларов, лишь бы вернуть Хабиба в октагон. Общаем сумасшедшие предложения, особенно из Арабских Эмиратов. Арабские шейхи – это самые безумные фанаты Орла. Они готовы платить баснословные деньги, и поверьте, Дейна Уайт только на их стороне. Очень влиятельные люди из Абу-Даби готовы заплатить Хабибу 150 миллионов долларов за его возвращение. Вопрос денег для них не стоит. Они готовы платить сколько угодно, чтобы увидеть противостояние Хабиба с новым чемпионом. Но какие суммы они не предлагали бы, я заранее знаю ответ Хабиба, поэтому я его даже не беспокою, заявил менеджер Али. Вот это выдержка, брат. Вот это выдержка. Отказаться от таких денег, это можно сказать в неком роде даже подвиг, потому что абсолютно не каждый сможет отказаться от 150 миллионов долларов. А в рублях это, ё-моё, это 11 миллиардов.